Дорогие друзья, в Лондоне всегда русскому человеку как-то дышится особенно свободно. Я буду читать в Лондоне примерно то же самое, что в Москве, но с каким-то другим чувством, с таким чувством, что мне за это ничего не будет, да и вам тоже. Приходите послушать вольную русскую поэзию, ту вольную русскую поэзию, которая обычно в Лондоне расправляет крылья. Будут читаться лучшие стихи прошлых лет и штук 20 новых, которых еще не слышал никто и никогда.